На сегодняшний день она госпитализирована, да, она приехала из-за рубежа, обратилась по скорой, у нее взяли результат, биоматериал, отправили на исследование в Роспотребнадзор в Архангельск, в Роспотребнадзор. По сведениям, результат положительный. Это только первый тест, сделанный Архангельским Роспотребнадзором. Но по правилам для подтверждения диагноза требуется заключение Новосибирской или Московской лабораторий. Поэтому биоматериал вычегодской девушки направлен в столицу. По данным Котловского отдела Роспотребнадзора, результат придет к понедельнику. Но меры нужно принимать уже сейчас. Самое эффективное – разъединиться, не выходить из дома, не отпускать детей на прогулки и в торговые центры. Сейчас надо усилить все мероприятия по изоляции. Об этом все и в средствах массовой информации звучит. И, в принципе, вы, наверное, тоже какую-то информацию даете. Максимально разобщиться. Никаких посещений, там, гуляний по торговым центрам, по улицам и так далее. Отдел полиции сейчас устанавливает тех, кто контактировал с девушкой, у которой подтвердился диагноз коронавирус. Установлено, что она приехала в Котлас 23 марта на поезде 042Б с сообщением «Москва-Воркута». Пассажирам этого поезда следует срочно обратиться в Роспотребнадзор.